жить еще долго, вот, ориентируемся, это, что 80 лет точно, поэтому подводить итоги своей жизни до 80 лет рановато. Важно, что к моменту, когда вы будете подводить итоги, вы сказали, я был прекрасно провел время до года, прекрасно до трех, прекрасно до семи, прекрасно до десяти, в 14 был вообще огонь, значит, до 25 просто все прекрасно. 9 жизней, ну, не знаю, я не считал, но сколько-то, как у кошки, вот. И пусть каждая будет прекрасна. Вот. Цените каждый этот момент. Потому что в каждой из них вы можете что-то сделать, что вы не сможете сделать в другой. Упустите возможности. Печально. Не надо нам такого. Вот. Поэтому учитесь проживать правильно каждый этап своей жизни. Вот. Не откладывайте счастье на потом. Потом будет какое-то счастье, но оно будет другое. Точнее, вы будете способны на другое счастье. То, на которое вы способны сейчас, вы способны сейчас. И важно, чтобы оно у вас было.